от создателей фильмов «Бегущего по лезвию» и «Вспомнить все». 2078 год. Офицер Содружества армии повстанцев полковник Джозеф Хендриксон назначен руководить обороной заставы на планете Сириус-6b, ставшей опорным пунктом в противостоянии СНЭП с новым экономическим блоком. Главный козырь Содружества в войне СНЭП – это крикуны, сверхновое оружие, запрограммированное на уничтожение всех форм жизни. Этот фильм является антиутопией, экранизацией повести фантаста Филиппа Дика «Вторая модель». Фильм участвовал в трех номинациях на канадскую кинопремию «Джинни». Лента не получила особого коммерческого успеха, но со временем стала считаться культовой в жанре космической фантастики. В фильме есть сцена поиска этой самой второй модели, и лишь в конце фильма перед нами она предстает. Фильм оканчивается открытым финалом, и зритель уже сам додумывает, чем же заканчивается фильм. Этот фильм неплох, чтобы скоротать вечер. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, пишите комментарии. Слышали ли вы ранее об этом фильме? Подписывайтесь на канал. И до новых встреч!